Ще одна екологічна тема, яку порушували цього тижня – закриття сміттєвого полігону, що у Діївці. На сесії міськради навіть прийняли відповідне рішення. Тож, куди тепер возитимемо дніпровські відходи, говоримо із нашим гостем, головою постійної комісії міськради із питань транспорту, зв'язку та екології Камілем Примаковим. Я вас вітаю, пане Каміле. Скажіть, будь ласка, чому взагалі було таке кардинальне, я так вважаю, рішення просто взяти і закрити полігон? До речі, новий полігон. Добрий вечір, уважаемые зрители, добрий вечір, студія. На цій неділі состоялось засідання профільної комісії по вопросам транспорту і екології, на котором єдиногласно всіми депутатами, 7 членів цієї комісії, було прийнято рішення, що необхідно закінчити експлуатацію правобережного полігону, який знаходиться в районі Діївки. Чим було визвано це рішення? На депутатську комісію неоднократно, можна сказати, ежедневно обращаються жителі Діївки з огромним кількістю жалоб по состоянию здоров'я їхніх дітей, по состоянию води, по состоянию ближайших районів і екології, які на сьогоднішній день там зараз є. Виїхав на місце і посмотрев, на самом деле ми поняли, що цей безпредел необхідно останавливати. І на сесію було винесено рішення, і воно було підтримано всіми депутатами, які присутствували в залі. Це було 33 чоловіка, проголосували за те, щоб до 2020 року закінчити експлуатацію правобережного полігону. Що буде далі? Почему до 2020 года? Мы берем специально 4 года. За это время необходимо местным властям, областным властям совместными усилиями найти подходящую территорию, которая будет находиться за межами населенного пункта, чтобы от этого не страдало никакое село, никакой район, который будет там рядом находиться, выделить денег из бюджета и построить полноценный полигон по всем экологическим нормам. У меня к вам вопрос. Вот новому полигону в Птичьей Балке всего лишь 3 года. Его ровно 3 года назад также Управление экологии говорило о том, что это вот как раз вот то место действительно удобное, действительно за межами населенного пункта. Это был Днепровский район, и сейчас он остается. Чем не подходит это место? Почему нужно искать новое? Ну, правобережный полигон? Да. На самом деле, по всем как бы нормам, вроде он туда садился. И экологи некоторые рекомендуют и сейчас, что это хорошее место для расположения данного объекта. Но мы, так как мы являемся депутатами, представляем интересы наших избирателей, это реальная проблема. К нам просто каждый день приходили куча людей, это жители Диевки, которые приносили огромные петиции, куча писем, приходили даже с детьми. И после того, когда мы реально выехали на место и увидели, что на самом деле там жить просто невозможно, то было принято такое решение. Во-первых, полигон должен находиться, я считаю, как можно дальше от населенного пункта. Например, это мы там рассматриваем там и Солонянский, и Днепровский район, где может находиться правобережный полигон. Но не обязательно, чтобы это же было, там, грубо говоря, там, в километре от населенного пункта. Ну, кстати, он находится как раз именно в километре, и это экологические нормы позволяют ему там функционировать. Ну, не совсем экологические нормы позволяют этому, поэтому я думаю, что у нас будут проходить... Мы создали временную комиссию, которая будет заседать, первое заседание мы планируем провести в четверг, куда мы пригласили и представителей земельных ресурсов областных, и представителей областного управления экологии, и общественность, и депутатов. И в ходе заседания этой комиссии будет нарезана такая подорожная карта, по которой мы дальше пойдем. То бишь, что надо вообще сделать? Первоочередной какой должен быть шаг? Необходимо подобрать земли, которые бы подходили для размещения и строительства нового полигона. Следующим этапом эту землю необходимо на коммунальное предприятие отвести и, безусловно, поменять целевое назначение, потому что целевое назначение земли должно быть под землепромышленности. После этого либо это может быть уже инвестор, который может вложить туда деньги, либо это будет бюджет, там местный, областной, совместный бюджет, если, например, полигон же будет находиться за межами Днепра. Поэтому, возможно, это будет интересно еще каким-то ближайшим районам, которые туда тоже могли бы свозить мусор. Вы не опасаетесь, что то, что полигон снова где-то появится, все равно
близ какого-то населенного пункта, то митинги будут вот там. И там жалобы будут уже в местные сельские советы. Не, ну, безусловно, районы. Для этого вся комиссия собирается. Для этого мы привлекаем туда экологов, чиновников, профессиональных, которые должны, тем более в этой комиссии будут принимать участие и головы селищных рад, на территории которых, возможно, будет находиться полигон, либо головы райдерж-администрации. Поэтому мы хотим сделать ее максимально открытой, просчитать все такие нюансы, чтобы потом не случилось того, что на самом деле жители, да, будут... Ну, есть такой нюанс, вот просчитывали ли вы, обсуждали стихийные свалки. Кстати, вот в Птичьей Балке две незаконные свалки, которые пахнут, ну, просто не передать как. Смотрите, на сессии, которая была, мы также выделили 5 миллионов гривен на рекультивацию земли, чтобы привести экологическое состояние полигонов, ну, ближе к нормативам. Что касается стихийных свалок, то этот вопрос надо задавать правоохранителям, потому что это свалки, которые действуют полностью незаконно. Туда не имеют права съезжать машины, не имеют права свозить бытовые отходы, и тем более никто это не имеет права обслуживать. Поэтому это вопрос к правоохранительным органам, и только так. Стоимость нового полигона. Есть ли уже какая-то предварительная его смета, или как это правильно назвать? Слушайте, ну это приблизительно вопрос, какую машину будем покупать, Запорожец или Мерседес. Поэтому... Можно вложить очень большие деньги, построить там новый, там полноценный, современный полигон, поставить туда определенные аппараты, которые будут сортировать мусор, отбирать там стекло, пластик, картон, там, ну, есть. Но в этом полигоне то же самое планировалось, и там немножко даже идет переработка. Полигон на сегодняшний день такой, который мог бы функционировать лет 40-45, да, то приблизительно там по просчетам это от 20-5 до 30 миллионов гривен. Это без установки каких-то там сортировочных машин, которые дальше могли бы этот мусор там куда-то продавать или как-то его дальше эксплуатировать. Вы говорили об инвесторах, но учитывая то, что так часто сменяется власть, захочет ли инвестор иметь дело с людьми, которые пообещали, а завтра уже другие? Вы знаете, это самая большая проблема, да, безусловно, я бы видел так, что необходимо привлекать инвестора. Но мы знаем, что 250 километров от нашего города идут боевые действия. Мы знаем, что все, что связано с мусором и с полигоном, это очень сильно зависит от местной власти. И, возможно, крупный инвестор, который будет инвестировать сюда большие деньги, он может побояться этих нюансов. Вот, как вы говорите, правильно, это смена там направления, векторов там местной власти. Там сегодня так, послезавтра так, или какие-то перевыборы, или смена местной власти. Но, безусловно, надо работать, нельзя пускать руки, надо предлагать различные варианты, давать какие-то льготные условия под выделение там земли, либо там под какие-то налогообложения льготные, и работать с инвесторами. Для этого есть специальные там управления, департаменты, которые будут заниматься привлечением инвестиций. Я хотела процитировать вашу фразу, которую вы сказали буквально после сессии Горсовета. Мы планируем в 2017 году уже выделить первые деньги на проектирование этого полигона. И дай бог, если это будет возможно, найти инвестора, который сможет построить мусоросжигательный завод. Это мусоросжигательный завод – это альтернатива полигону или это к этому проекту? И какая сумма, о какой сумме идет речь в 2017 году? Совместно с управлением экологии мы рассматривали вариант, то есть это было предложено управлением экологии, что лучше как бы делать вообще не полигон, а вот классно было бы вообще сделать мусоросжигательный завод. Но это гораздо тяжелее, гораздо дороже, там, ну, есть определенные трудности. Но с этим можно тоже работать и искать инвестора, подходить, находить определенные земли, которые можно использовать под мусоросжигательный завод. Но на сегодняшний день я больше реально смотрю это на полигон. Если бы мы смогли совместно там, с бюджетом, с инвестициями какими-то построить мусоросжигательный завод, то это вообще было бы супер. Но если реально смотреть, я надеюсь, что это хотя бы будет полигон. Спасибо большое. Отже, я нагадую, що у нашій студії був Каміль Примаков, голова постійної комісії міськради з питань транспорту, зв'язку та екології. І ми обговорювали закриття сміттєвого полігону у Дніпрі.